Добрый день, меня зовут Алина, мне 32 года. Мы с Софией знаем уже несколько лет. Сначала все началось с того, что я заболела, щитовидная железа у меня дала сбой, и чисто случайно в разговоре с одной женщиной речь зашла о том, что у ее сына тоже была проблема с щитовидной железой, подобная моей, и она мне дала визитку Софии. До этого мы уже были у врачей, мне назначили терапию долгосрочную и планировали уже даже операцию делать. Говорили, что скорее всего все закончится тем, что мне будут делать операцию. Такой исход меня не очень устраивал, потому что мы еще планировали детей, и мы с удовольствием быстренько собрали вещи и поехали знакомиться с Софией. Конечно, много было скепсиса сначала, но, тем не менее, много людей мы здесь повстречали, которые рассказывали истории о том, как они излечились, в том числе даже от рака. Вот, ну, не буду долго объяснять, все закончилось очень хорошо. Проблема с щитовидной железой у меня абсолютно ушла, я абсолютно здорова на сегодняшний день, не принимаю абсолютно никакие таблетки. Кроме того, мы забеременели в ближайшее время после того, как узнали, что Софи тоже может нам в этом помочь. И как она и сказала, что в следующий раз вы приедете уже беременными, так все и случилось. Наше маленькое чудо родилось 4 месяца назад, ее зовут Эмилия, и она сегодня с нами приехала поблагодарить Софи.